Всем привет, друзья! Вы на канале Garbage 74, я ведущий Евгений. И, собственно, сегодня мы будем смотреть на очередную модификацию для игр Speed Tires Mudrunner. Это КамАЗ. КамАЗ, который из сундука. Который долго прятали, но почему-то решили его вытрясти на суд людской. Так, подождите, мне надо срочно настроить... Так, что за говно? Эффекты объемного тумана... Эффект преломления глубины резкости. Вот это давайте отключим говно. А, потому что оно мне не нужно, так как мы подъезжаем поближе и должны рассмотреть полностью все текстуры, мать его. В общем и целом, это КамАЗ 65-225. И версия первая. То есть первая, ну я думаю, что она и будет заключительной. Потому что дальше сейчас его возьмут, разберут весь по запчастям и... Начнут ему колеса менять, цвет поменяют и еще какую-нибудь хрень. Вот, я вкратце прочитаю. Всем привет, дорогие друзья, на ваш суд. Мод КамАЗ 65-225 выкладываю по просьбам игроков. Зачем вы у него просили, чтобы он его выкладывал? Я представления не имею. Ну вот кто клянчил его, я не пойму. Вот кто клянчил, тот и получает. Кстати, я заболел, если что, так что вчера видео не было, и сегодня я себя чувствую еще не очень комфортно, но уже видео могу чуть-чуть записать. Если буду шмыгать, естественно, камни в мой огород. Потому что, ну, вот так вот. По внешнему виду выглядит просто замечательно. Он, в принципе, знаете, он похож очень сильно на КамАЗ. На КамАЗ, сейчас я его найду. 65-115. То есть это, в принципе, так скажем, 65-115, это, скорее всего, типа такой, если хотите, рестайлинг. Рестайлинг этого КамАЗа. Ну, естественно, морда здесь, это убого все это, и так понятно. Давайте посмотрим на него. Рядышком поставим. Тихо, тихо, тряпка, ты че? Рядышком поставим, да посмотрим. Вот. Ну, сходства не очень много, то есть это надо, скорее всего, поставить... Немножко другой КамАЗ, и, в принципе, будет все замечательно. А так, сходство есть. Здесь переборки некоторые убраны, а так, по большому счету, ну, практически одно и то же. Практически одно и то же. Ну, естественно, какого черта? Почему его надо брать, да, допустим, и переделывать с нуля? Давайте еще один КамАЗ поставим. Опять же, ради спортивного интереса. Так, сейчас, секундочку, мы его найдем. Так, 43-10. Ага, ага. Ну и ага. Не, надо его с той стороны поставить, подождите. Что-то прямо он как-то это... Так, 43-10. Окей. Блин, не видно. Сейчас, погодите секундочку. Мне его надо туда поставить, поближе к синявке к этой. Вы же знаете, что все познается в сравнении. И я, естественно, не могу обойти стороной и не сравнить. Не сравнить. Не сравнить несравнимое. Так, это удаляем. Это удаляем. Это... Не удаляем это вот сюда. Ну да, что-то уже более или менее похожее, как две капли воды, так скажем. Ну, почти. Что-то убрано, что-то не убрано. Вот. Если делал с нуля, в чем я, конечно же, сомневаюсь, то, в принципе, похвально. Здесь рессоры у нас. Там у нас, смотри, на синявке-то гораздо больше всего стоит. Там стоят подушки, вакуумники. А здесь их, сука, нет. Вот здесь, на дефолте. Но да ладно. Убираем, короче, эту зеленую перпетку. Перелазим на синюю пипетку. И начинаем. Поехали в салон. В салоне все детализировано. Руль крутится. Даже руки на месте. Смотрите, даже руки, мать его, на месте. Отлично, отлично. Да, там есть приборка. Приборку туда отодвинули, ну не знаю. Подсветка в салоне. Здесь у нас шторочки какие-то висят. В принципе, знаете, детализирована текстура. С рубашки взята. Раньше такие рубахи были вот с такой текстурой.
Да-да. У меня, правда, такой рубашки никогда не было. Они были очень теплые, эти рубашки. Я подобного рода рубаху никогда не носил. Но они были. Я просто видел, у меня некоторые одноклассники носили. Это было еще при царе Горохе. Так что как-то вот так. В принципе, детализация очень хорошая. Давайте разглядим аддоны и поглядим, и попробуем, что это, с чем это едят. Мод имеет 12 своих аддонов, среднюю проходимость, свои звуки, переключение света. Угу. Переключение света, да. Угу. Так, ручник. Есть. Двигателя. Сигнала. А почему паровозный гудок-то какой-то? Это паромный гудок. Что за бредятина? Двигатель, слушаем. Ну, по-моему, напиздел. Наврал, ёпты. Этот звук был. Он и в спинтайресе есть на КамАЗах, этот звук. Что за дичь? Какой свой звук? Зайдите в спинтайрес, там точно такой же звук. Я не знаю, где он свой звук здесь прикрутил. В спинтайресе у того же Димка, забыл как фамилия. Вот, у него на модах, Романенко, у него на модах этот звук везде был. Он везде был, я обзор делал еще в 14 и в 15 годах, и этот звук там был. Так что не надо пиздеть. Извиняюсь за маты, ребят, но просто не нужно пиздеть. Говори всегда правду, что ты спиздил этот звук с другого КамАЗа, который был в спинтайресе, и прикрутил его просто сюда. Так будет правдивее и эффективнее. Вот. Так, может перевозить 3 плюс 3, либо 6 очков. Здорово. Давайте посмотрим. Так, это у нас ремонтные части. 200 ремонтных очков, это у нас сверху на салон. На кабину, точнее, ставится на багажник. Ну, то есть вместе с ней сразу и багажник идет. 200 ремонта. Так, требуется для погрузки кран Хуян. Позволяет возить груз ДТ, 3 очка. Груз, песок, 3 очка. Да? Так, для погрузки требуется кран. А, ну вот, во, прицеп. Багажник давайте тоже поставим. Так, кран нужен. А где кран-то? Алло. Габариты. А, куда они ставятся? Кран, вот он. Недоступен, ёпт. Что надо снять? Багаж. Во! То есть вот так вот идет полная комплектация. Ну, габарит давайте тоже поставим. Что они, кстати, дают-то? Ничего не дают. Так, только берут, ничего не дают. Поехали, проверяем. Но, в принципе, знаете, в принципе, он смотрится. Он смотрится и достаточно неплохо смотрится. Зачетный КамАЗ. Да, анимация кабины есть, она очень сильно проваливается почему-то только. Ну, опять же, хер его знает, недоработка, наверное, 3. Оу, все залипло. Оу, алло. Господи, трактор загрузился. ДТ, действительно ДТ. Угу. Оу, 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 fucking fuck. Отлично. Еще один трактор. Трактора, короче, можно возить, это замечательно. Хорошо, сбросим. Сбросим груз, посмотрим. Скинем груз. Смотрим на загрузку. Да, грузит. Сколько бревен? Бревен, кстати, только до хера. 4 бревна надо загружать. Да, работает. Проверено. Чё действие? Бонни... Бонни чё? Бонни лев, блядь. Бонни прав. Почему Бонни? Ебони. О, господи, кабину, что ли, можно оттопырить? Ну, давайте кран. Стрела, поднимись. Потому что мы кабину хочем оттопырить.
Так, кран снимаем. Отлично. Кабину оттопыриваю. Зачем? Спрашивается. Ну ладно, есть и есть, хуй на нее. Ну по большому счету, на кой. А, ну вот. Анимация, да, анимация. Что это, блядь, за колесо, я не пойму. Оно же быстрее должно двигаться. Это для охлаждения радиаторной решетки. Ну, в смысле, радиатора. Ну, как-то оно очень так медленно крутится. Ну, я не знаю. Так, а если вид от первого яйца включить сейчас? Нет, мы в текстурах. Камера прикручивается намертво, короче. Печаль. Да ептыч. Да тихо. Давайте обратно поставим. Оп. Опачки. Оп. Опа. Ладно, ударься нахуй. Лобовое стекло и вылети еще оттуда. Ха-ха-ха. Вот дебил, блядь. Оп. Так. Стрела, захват, топливо, уёбливо, ремонт. Ну все по стандарту, в принципе. Единственное то, что новая плюшка. Двери, это никого не удивишь. Единственное. Единственное, то есть, это вот кабина оттопыривается. Но это уже было тоже. То есть, это. Это было. Это не новое, не ноу-хау никакое. То есть вы не думайте, что здесь прямо. А здесь прямо КамАЗ вам дают это самое. Думаю, что-то мешает. Стрела мешает. Вернись, я все прощу. Так, что там еще есть? Давайте поглядим. Кран, это понятно. А это что такое? А, полуприцеп. Ну хорошо. Давайте сначала с этим дерьмом проверим, то есть с 6 очками. Посмотрим, как это дерьмище сейчас бассейн проедет мой. Мне самому интересно, я сейчас глотну кофейку, пока мы до тут добираемся. Чтобы, не дай бог, не закашлять. Горло сохнет. Так что вот так вот. Еще гнусавлю немножко, так что я извиняюсь. Ныряем. Потому что мы по воде едем. Мы почти Титаник, бля, почти паром. А Титаник это паром? Или паром это Титаник? Нет, это не то и не другое. Гениально. Рыбам подсветку включим. Но он едет, кстати, 6 очей он тащит. Проходимость, опять же, проходимость сделана адекватно. Я так считаю. Ползет, ползет по тихой грусти. Вперед идет наш пароход. Или что? Ну да, пароход. Вперед идет наш пароход. Блин, надо было там тачку поставить. Сейчас давайте вот отсюда сейчас там тачку поставим, чтобы нам по 10 раз не возвращаться. Стопе! Вперед идет наш пароход. Та-та-та-та. Та-ти-да-да. Так. Создать. Где он там еще? Вот. Сейчас мы его туда по-быстренькому воткнем. И дальше поедем. О, видал? Видал, видал? Сквозь текстуру поворотник маячит. Сейчас вот здесь вот было. Вон, видишь? Засветка, сука. Но это я уже ищу причину, чтобы придраться. На самом деле, знаете, неплохо выполнен, неплохо сделан. И чувак говорит, что он из бабкиного сундука достал его. Видимо, видимо бабка очень хороший мододел была. Во времена, блядь, Второй мировой войны. Хотя я сомневаюсь, что это мододелы были. Ну, ладно, это отвратительная шутка на самом деле. Короче, он его достал, типа, Madrunner 2 скоро выйдет, так что вот я вам сливаю, короче, его. Ну, я говорю вам, неплохо, то есть преодолевает он брод, в принципе, неплохо. Неплохо едет, неплохо по грязи волочится. Воды нет в салоне, это тоже здорово, пятна есть на стекле. Нету вот с левой стороны, возможно, окно просто открыто. И там тоже, кстати, да, стекол не видно, анимация... Анимация дребезжания зеркалов есть. Но опять же, кому они нахер нужны, эти дребезжания зеркалов? Кто обращает на это говно внимание, если зеркала в принципе не работают? Я не понимаю, что происходит, почему у Пашки, блядь, плечи видно. Что это, мать твою? Можно поближе камеру подвести, и тогда плечи не видно будет. Можно еще вот так сделать.
Тогда вообще будет вид, с лобового стекла. Давай вот так вот. Чтобы лобовое стекло горело. Ну, в смысле, видно было. Так, по факту, знаешь, действительно, он прет хорошо. Пока мне все нравится. Сейчас мы полуприцеп попробуем цепанем. Ну, я думаю, что, в принципе, знаете, по факту, это будет то же самое. Но мы в любом случае посмотрим сейчас. Угу. Прибыли. Аккуратненько заезжаем. Здесь паркуемся. Так. Заглушить, пересесть. Опачки. Так, нам нужна сцепка, естественно. Сейчас быстренько сразу развернемся. Развернемся. Седло. Ставим. Тент. Чего? Полуприцеп, что дает? Верни обратно. Это требуется для установки кдан. Емкость цистерн 100 литров, 200 ремонтных очков, перевозит груз 6 очей. Угу. Ну да, опять кран требуется. Ну, давайте загрузим. Он постоянно пытается мне навязать габариты, блядь. Зачем мне нужны габариты? Так, так. Тихо. Нет. Ага, плиты. Плиты, доски, кирпичи и каркасы небольшие. Ну, замечательно, 6 очей. Я думаю, он тоже проблем не будет испытывать, так как, ну, по большому счету... Если он едет с прицепом хорошо, то с полуприцепом он поедет еще лучше. Потому что колес меньше. Хотя нет. А на полуприцепе сколько колес? Ну, в смысле, на прицепе. А, нет, там до хера колес. Там 6. 6 на прицепе. Ясно, снимаем. Снимаем кран. Ясно. Это что? А что надо поставить? А, что-то надо снять. А что надо снять? Вроде ничего не установлено. А, седловину надо снять. Короче, есть вот такая приблуда еще. То есть это у нас кузов. Ну, кузов. Кузов мы, по-моему, в предыдущем ролике смотрели. Там поебота была. То есть этот кузов вообще был нефункционален. Нет, один из предыдущих. Кузов был нефункционален. Он просто не загружался, мать его. То есть прицеп грузился, а кузов не грузился. Вот. Чувак сказал, что подправит, но я не знаю, подправил он или нет. Да и мне, в принципе-то, как бы... Я понимаю, эти модификацию... Простите. Модификацию один раз всего смотрю. То есть посмотрел и забыл про нее. Чего? Три очка. Ну, хорошо. Грузит хотя бы. Скинуть можно? Скинул. Раз, два, три, четыре. Четыре бревна. Все, огонь. Ну, поехали. Есть такая вариация. Ну, я думаю, что еще прицеп можно цепануть, да, или нет? Прицеп можно подцепить? Да, прицеп можно цепануть. Можно с прицепом погорцевать. То есть еще 3 очка загрузить. Короче, максималку он перевозит 6 очей. Больше ничего не перевозит. Либо 3, либо 6. Никак больше иначе. Так, здесь быстренько сдергиваем. Окей. Седловину это мы посмотрели. Тент. Ну, это дефолт уже пошел. Дефолт, это, опять же, разукраска его идет, да, то есть КамАЗ Владимирский, вот, этот, да. Это у нас гаражная часть. Да, 2 очка гаража. А, вот еще 2 очка гаража, то есть еще делается вот таким чудным образом. Да что это, сучий конь. Вот. Две точки зацепа есть. Отлично. Так, и что еще? Запаска. Так, подожди. Прицеп давай цепим. Куда запаска ставится? Ну-ка, покажи. И... А, ну вот. Между кабиной и между кузовом. Отлично. Ну, по большому счету, мы с вами увидели абсолютно все. Вот. Я не вижу смысла с полуприцепом вам проверять, потому что на полуприцепе установлено...
Сейчас я поставлю его. На полуприцепе установлено 4 колеса. 4, мать его, колеса. Здесь их 6. И, соответственно, то есть, чем больше колес, тем больше сопротивления, соответственно, это же физический движок. Тем больше сопротивление идет. И с полуприцепом, я думаю, что он гораздо лучше даже пройдет эту грязь, то есть бассейн. Наш любимый всеми бассейн. Подписывайтесь на канал, ссылка внизу в описании под этим видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на паблики, на инстаграм. Все ссылки там внизу. Инстаграм сейчас добавлю. Всем удачи, всем пока. Если что, сегодня будет стрим, если я сейчас лекарств попью и будет мне попроще. Вот, полегче. Всем удачи, всем пока.